туриста облика морали. Абу-Даби – столица Эмиратов. Здесь можно найти много раскиданных карточек. Обычно я видела их в Дубае. Первый раз прям массаж-центр, массаж-центр. Поверьте, дорогие мои, это не массаж-центр. Завтрак такое же меню. Мы взяли снова первый сет с омлетом. А вот в прошлый раз такие нарезочки не приносили. Мы, кстати, им напомнили, что должен быть сырок. Вот так фруктики. И снова корзиночка с хлебом и с булочками. Все очень приятно. И еще вот такой йогурт принесли. Тоже вчера его не было, а в меню он был. Надо, короче, настаивать обязательно. И кофе принесли сразу, что очень странно. Обычно кофе в конце подается. Ну, пусть будет уже. Сейчас выпьем. Хочу вам показать здесь картины, история отеля Редисона. Он не такой новый, вообще абсолютно не новый. Новый вообще. Вот территория, 67-й год. Редисона еще нет. То есть это вся история отеля Редисона. Какая была постройка. А вот в 70-м году он уже стоит, красавчик какой построился. Сейчас посмотрим. Помните, сколько небоскребов, домов возле него? Все, один Редисон, ничего больше нету. 70-е годы, Редисон. Вот 68-й год, как все это выглядело. Вообще, значит, Редисон, надеюсь, замутил сейчас стройку, не первую за 50 лет. Но отель вообще, оказывается, очень древний, популярный, и, похоже, он первый отель, который вообще был в Корнише, в Абу-Даби. Вообще очень интересно, что отель вешает в картинах, фотографиях свою историю. Я считаю, очень круто. Облика морали. Абу-Даби – столица Эмиратов. Здесь можно найти много раскиданных карточек. Обычно я видела их в Дубае.
Первый раз прям массаж-центр, Поверьте, дорогие мои, это не массаж-центр. Если вам нужен другого вида массаж, вы поняли такого? Вот, пожалуйста, девочка, звоним по телефончику, все есть. В Дубае обычно весь пол, весь вся трава устланы такими карточками, просто штук 100 лежит. Так что, не поддавайтесь, не ведитесь. Фиг его знает, может там качество массажа не очень. Пошли дальше гулять. Вышли на вечернюю прогулочку. И такой парк напротив Корниша, где мы гуляли в первый раз. Как идти от отеля Radisson Blue направо. Вот такой вот прудик. Прудик большой. С такими прелестными животными. Это или утка пекинская, не пойму. Или утка абудабская. Ну, скорее всего, это такое. Какая-то помесь лебедя и утки. Очень красивые мирные животные. Там у них домик есть. Вот такая красивая здесь природа. Зелень просто буйная. Не знаю, передает ли вам камера. Но среди пустыни такое отгрохать, это круто. Вот, просто большой-большой парк напротив Корниша с фонтанчиками, с прудиком. Можно выходить, гулять. А далее находятся небоскребы, офисы, жилые дома. Вот такой он Абу-Даби, очень-очень интересный. Ребята, что могу сказать вам? Дни и ночи пролетели быстро. Мы были в этом шикарном отеле. 5 дней, 4 ночи. И это реально твердая десятка в букинге. И пятерка. Действительно, отель подтверждает свою звездность. Это пятерка. Все было шикарно. Ужины, обеды ни разу не повторились. Еда была вкусная. Все видео мы вам показывали. Вы были с нами. Вы с нами ездили на все экскурсии. И отель нам сегодня бесплатно продлил до 3 часов дня наш номер, потому что мы ездили в мечеть Шейха Заида снять вам бомбезное видео про эту шикарную мечеть. И отель разрешил нам остаться до 3 часов бесплатно. Спасибо им большое. Кстати, мы думали, что мы заплатим за 3 двойных эспрессо, которые мы заказывали на обеде в первый наш день. Как оказалось, эспрессо вроде не бесплатно, не входит он в полный пансион, но нам простили, тоже никаких денег не взяли. Все классно, мне это нравится. То есть в отеле сплошные плюсы, он реально пятерочка, реально классная пятерочка с шикарным пляжем, с новейшей инфраструктурой, которая сейчас обновляется. Да-да-да, ему 50 лет, но он обновляется, делаются шикарные работы. Единственный маленький минус отеля, то что на первом этаже есть система охлаждения, и она так гудит немножечко, гудит ночью. Этот звук слышен, и в первую ночь как-то мешал нам спать. Но честно, потом мы были такие уставшие, что просто даже не замечали этого. Еще Наташке не понравилось, что нельзя открыть окна. На окнах специальные замочки, нужно открывать только ключом. Либо, как она пыталась узнать в YouTube, раскурочивать просто окно. На что нам женщина на рецепции сейчас объяснила, что окна закрыты, потому что очень жарко. Жара может проникнуть в номер, луч нагреть сильно какой-то предмет, и сработает система пожарная. Все зальет водой, поэтому это в целях безопасности. Но с декабря, как она обещала, зимой окна можно будет открывать на проветривание и просто не лупить кондиционер. Потому что приходишь с пляжа, в номере душно, включаешь кондиционер, в номере уже холодно. Хотелось бы просто открывать и проветривать окна. Но отель классный, действительно, отель классный, питание, расположение, пляж. Персонал приветливый, люди реально улыбаются, люди приятные. Отель улыбок, как я еще могу назвать этот отель. В общем, рекомендую, приезжайте, если есть выбор. Этот отель включен, вы себе можете позволить. Это хороший выбор, отель рекомендую. С вами была училка физкультуры в Эмиратах. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего вам доброго, отдыхайте.